Всем привет, дорогие друзья, из солнечной Алании. У нас стоит потрясающая погода, лето действительно началось. Сегодня 14 мая, и сегодня мы с вами обсудим две очень важные для всех нас темы. Это когда начнется чартерное сообщение между Россией и Турцией, а точнее, когда полетят чартеры из России. Сегодня утром вышла новость, и мы ее с вами почитаем, посмотрим. В комментариях, конечно же, пишите все, что вы думаете по этому поводу. И также многие из вас уже знают, что по прилету в Турцию тестировать на вирус будут в аэропорту. Поэтому эту новость мы тоже с вами почитаем. И третью новость, которую я хочу с вами поделиться, это по поводу открытия авиасообщения в Турции, внутренние перелеты и из Турции. В общем, вот эти вот три новости мы с вами сегодня обсудим и почитаем самую последнюю информацию из первоисточника. Друзья, что же у нас происходит в Алании? На этой неделе обещают уже температуру до плюс 40, и, как я уже сказала, действительно лето началось, жарко. По поводу запретов. На море ходить до сих пор запрещено, посещать пляжи запрещено. Постепенно страна начинает возвращаться к нормальному образу жизни. С этого понедельника открылись парикмахерские, салоны красоты, постепенно открываются торговые центры. По предварительной информации, кафе, рестораны и все остальные бизнесы, общественные места будут открываться с 1 июня. На этой неделе у нас нет комендантского часа. Конечно же, рекомендуется всем выходить на улицу по необходимости и носить маски в общественных местах. Ну и, как я уже сказала, страна постепенно начинает возвращаться к нормальному образу жизни, но нас всех с вами интересует вопрос туризма. Поэтому давайте с вами сегодня на обозначенные мной три важные темы поговорим. Если вы не подписаны на наш канал, обязательно подписывайтесь. В следующих видео мы обсудим, как будет выглядеть система «Все включено», потому что очень много новостей и информации, и я пытаюсь все это собрать в одну какую-то такую понятную форму и рассказать вам об этом. Поэтому, друзья, кто не подписан, подписывайтесь, обязательно ставьте пальчики вверх, комментируйте. Будем обсуждать с вами и надеяться, что в скором времени все вы сможете приехать в Аланию и наслаждаться нашим солнцем, морем и красотой. Ну и, конечно же, будьте здоровы, берегите себя. Друзья, сейчас мы едем в офис. Да, офис мы уже открыли с 11 мая, с понедельника мы уже работаем в офисе. Поэтому едем с вами в офис, посмотрим, что происходит на улицах и обсуждаем главные темы. Мы выезжаем из нашего дома и отправляемся по объездной дороге, по так называемой дороге 35 метров в сторону центра Алании, в сторону пятничного рынка, где и находится наш офис. Что мы видим на улицах? На улицах оживленное движение, есть пешеходы, магазины некоторые открыты. Складывается такое ощущение, как будто ничего и нет, и город живет своей самой обыкновенной жизнью. Мы проезжаем район Хаджет и через боковые улицы выезжаем в самый центр Алании. Многие магазины, как я уже сказала, открыты, можно купить фрукты, овощи, но никогда с этим не было вопросов, и всегда в магазинах были и товары первой необходимости, и продукты. Поэтому сейчас есть некоторые ограничения для людей младше 20 и старше 60, они могут выходить на улицу только в определенные дни и в определенные часы. Всем остальным рекомендовано носить маски, но постепенно жизнь в стране нормализуется, и Турция входит в
в нормальный ритм жизни, когда открываются парикмахерские, салоны красоты, магазины, открытие ресторанов и других точек общественного питания планируется на 1 июня. Сейчас мы едем по улице 25 метров и поворачиваем уже в сторону Пятничного рынка. Очень много машин, и это самый главный признак того, что жизнь нормализуется, и люди уже не сидят дома, а либо ездят на работу, либо ездят в свои офисы. Что можно сказать по поводу Пятничного рынка? Рынки открыты в свое обычное время, на рынки заходить без масок запрещено и желательно в перчатках. Как вы видите, на улицах очень много машин, сегодня четверг, и торговцы, фермеры постепенно-постепенно приезжают на рынок, чтобы поставить свой товар и подготовиться к торговле. Торговля на пятничном рынке, так называемом, начинается в четверг вечером и заканчивается в пятницу вечером. А в Алании каждый день в разных регионах Алании проходят фруктово-овощные рынки, на которых можно купить свежие фрукты и овощи, оливки, специи или другие продукты производства фермеров. Друзья, мы уже приехали на пятничный рынок к нашему офису, и говорить о том, что мы возвращаемся, Алания возвращается к более или менее такой нормальной жизни, можно говорить по таким признакам. Например, на пятничном рынке раньше мы не могли найти место для парковки, а сейчас, посмотрите, мест для парковки практически нет. Магазины начинают открываться, ну и людей становится тоже больше. Вот так вот у нас сегодня выглядит район Пятничного рынка. Как я уже говорила раньше, стоит просто потрясающая погода. Посмотрите, все цветет. Спрашивали, когда будут цвести апельсины. Апельсины будут цвести уже к осени, ближе к осени. Ну, а весна в Алании – это одно из самых-самых красивых времен года, когда цветут все цветы, зелень наливается такой яркой, прям яркими красками. Посмотрите, и все это настолько контрастно. Цветы, зелень. Ну, в общем, май в Алании — это одно из самых красивых времен. И посмотрите, какая разнообразная зелень. Очень сочная зеленая или вот такая вот прям нежная-нежная. Еще один признак того, что жизнь возвращается в нормальное русло, это ремонты. Видимо, бизнесы перед тем, чтобы открыться, начинают что-то ремонтировать. Здесь у нас открылись магазинчики. Посмотрим, что с ресторанами. Рестораны, как я уже сказала, все работают только на вынос. И планируется открытие, наверное, на данный момент дата 1 июня. Как вы видите, посадочных мест нет. Пока приблизительно 1 июня, но все можно купить на заказ и взять с собой. Кстати, запретили ресторанам иметь меню бумажное. Ну, когда вы приходите в ресторан, вам дают меню. Только меню вот такого вот плана, чтобы все подряд, все люди меню не трогали. Вот вы видите, здесь есть вот такое вот меню, и вот тоже висит, чтобы было видно и ассортимент, и цены. И написано, видите, мы открыты. Пакет-сервис, приди, забери, закажи и забери, либо пакет-сервис. То есть доставка. Пакет-сервис по-турецки, доставка. Маленькие магазинчики вещевые тоже открыты. Ну, как я уже сказала, такое ощущение интересное. Люди постепенно начинают заниматься своими делами. Что же наша чайная? Конечно же, чайная открыта, но она работает тоже только на, скажем так, доставку. Можно... Мерхаба!
Насынис. Ташекалер. Чай работает только на доставку и можно также заказать апельсиновый сок. Сезона хазыр мисынс? Хэр заман. Олачак, олачак. Гришерис. Вот такие, друзья, у меня классные и разнообразные подписчики. И вы многие знаете эту чайную, там были. Но сейчас я поднимаюсь в офис, и мы читаем с вами последние новости по поводу туризма. А вот так вот пятничный рынок выглядит сверху. Вчера, например, многие магазины здесь были закрыты, а сейчас я вижу, что постепенно тоже магазинчики на базаре начинают открываться. Кто-то тоже что-то ремонтирует, готовится. Ну, дай бог, чтобы лето прошло как всегда. В офисе, друзья, у нас ничего не изменилось. Мы опять на этом же месте, никуда не переезжаем. И многие из вас знают, чем мы занимаемся, чем занимается наша компания, а многие не знают. Поэтому расскажу еще раз. Наша компания занимается брендингом, маркетингом, дизайном, печатью полиграфической продукции. Поэтому, друзья, если вам нужно что-то для вашего бизнеса, начиная от логотипов и заканчивая стратегиями продвижения, стратегиями развития бизнеса, медиапланами и так далее, обращайтесь к нам. У нас более 10 лет опыт работы. Мы работали как с маленькими, работаем как с маленькими компаниями, с частными маленькими предпринимателями, так и с крупными корпорациями, как, например, авиакомпании или большие туристические фирмы, торговые центры и так далее. Поэтому обращайтесь, если что-то вам нужно, обязательно заходите по ссылке в описании на наш сайт и, пожалуйста, подписывайтесь на нашу группу в Фейсбуке. И, конечно же, если вам нужна какая-то помощь, обращайтесь, мы всегда будем рады. Всегда-всегда будем рады вам помочь для того, чтобы вы развивались, росли и были успешными. Поэтому, друзья, если вам что-либо необходимо, пишите мне на WhatsApp. Мой WhatsApp есть под каждым видео. Ну и, конечно же, как я уже сказала, не забывайте подписываться на нашу группу в Фейсбуке, ссылка есть в описании. Там мы каждый день, абсолютно каждый день, постим много разных видео, фотографий и, конечно же, прямых эфиров из Алании. Ну, а вопрос туризма в этом году, он, конечно же, очень сложный и интересный. Приходит такая противоречивая информация из разных источников, и что будет в этом году, друзья, вообще неизвестно. Поэтому каждый день я читаю разные новости, и вот что мы видим из самых последних новостей, сейчас я вам расскажу. Конечно же, друзья, самый главный вопрос, который интересует всех, это когда полетят первые чартеры в Турцию. И 14 мая на одном из YouTube-каналов вышло часовое интервью с президентом Annex Group Нешетом Качкаром, который поделился собственными прогнозами по поводу старта чартерных рейсов из России в Турцию и также по поводу ценовой политики авиакомпаний. Я просмотрела это интервью, как я уже сказала, это интервью длилось целый час, но на сайте Ассоциации туроператоров сделана небольшая выжимка из этого интервью, и, к сожалению, некоторые моменты, которые в этом интервью прозвучали, были переведены некорректно. Самое главное, что сказал президент Annex Group. Первое. Когда смогут стартовать чартеры из России? Он считает, что чартерные программы могут начаться с 1 августа, однако делать какие-то окончательные прогнозы пока преждевременно. Естественно, друзья, я вам всегда говорю о том, что прогнозы сейчас делать преждевременно, и, конечно же, все прогнозы, они приблизительные. Но ситуация по поводу вируса и заболеваний в России вызывает большой вопрос, поэтому он считает, что российские власти сначала будут направлять людей на внутренний рынок, а
когда возвратится иностранный туризм, это, по его мнению, будет не ранее сентября. Ну, в общем, как мы и видим, август-сентябрь и дат никаких конкретных нет, и вся информация расплывчата. Также не все отели откроются в сезоне, и, как вы знаете, что сейчас есть критерии для открытия отелей, так называемый паспорт здоровья, и Annextour говорит о том, что из 22 отелей на данный момент у них открыты лишь 4. И сколько отелей будет открыто далее, он пока не знает. И, конечно же, система «Все включено» останется в Турции в 2020 году, но она также претерпит изменения. И об этих изменениях более подробно мы поговорим с вами в другом видео. Поэтому, друзья, как вы видите, один из самых крупных туроператоров Турции, Annex Group, говорит о датах возвращения полетов чартерных август, скорее всего, сентябрь. Чего и следовало ожидать? Все приблизительно, никаких точных данных нет. И неизвестно, друзья, когда начнутся чартерные перевозки. Поэтому имейте в виду и всегда держите руку на пульсе, если вы купили туры или планируете покупать туры и билеты. Всегда держите руку на пульсе, общайтесь с вашей турфирмой или перевозчиком, чтобы не пропустить дату возврата денег, получение ваучера, сертификата. Там сейчас у них очень много разных вариантов. Держите руку на пульсе и не пропустите это время. Ну а новость о том, что будут проводить тестирование на коронавирус, также вызвало очень много интересных комментариев, как в российских социальных сетях, скажем так, в российских группах, так и в турецких социальных сетях. Много разных комментариев под этими статьями, но посмотрим, как это будет, ничего пока не понятно. Также 12 мая вышла новость о том, что Турция ведет тестирование на коронавирус при въезде в страну. Это новость от РИА Новости, и министр туризма и культуры Турции заявил, что турецкие власти с начала июня ведут тестирование в аэропортах и пограничных КПП. Тестирование будет проводиться каждому въезжающему пассажиру, и результат будет получен в течение 5-6 часов, заявил министр культуры и туризма Турции. Поскольку адрес проживания туристов будет известен, действовать в случае необходимости можно будет быстро. Тесты будут проводиться до паспортного контроля, это займет не более 2-3 минут и не приведет к задержкам. Также ранее Министерство культуры и туризма сообщило о запуске программы по сертификации здорового туризма, которая включает широкий спектр мер по безопасности, транспортировке, проживанию, состоянию здоровья и так далее. Об этом, как я уже сказала, мы с вами поговорим чуть позже. Ну, вот одна из таких интересных новостей, что тестировать будут теперь до паспортного контроля. Как все это будет выглядеть, мы узнаем с вами, когда мы это увидим наглядно в аэропортах. Вот я сейчас сижу, делаю для вас это видео, читаю все новости, и чем больше я их читаю, тем больше на самом деле приходит новых новостей. И самое главное, что становится понятным, что ничего не понятно. Официальные источники заявляют одно, люди говорят другое. Все это дело обсуждают. Как это будет происходить, каким образом будет тестирование, как будет получать сертификат. Вот сейчас, сидя и делая видео для вас, я получила список, уже официальный, зафиксированный список, по-моему, там больше 20 пунктов для отелей, как они будут сертифицироваться, по каким признакам получать вот эти вот сертификаты здоровья. В общем, понятно, что совершенно ничего не понятно. Давайте посмотрим, что турецкие источники нам говорят еще. Конечно же, новость о том, что прилетающих, приезжающих из-за границы туристов будут тестировать, вышла и во многих турецких источниках, и, например, 13 мая на таком сайте, как
Airport Haberge. Также вышла эта новость, где говорится о том, что все будут тестироваться до паспортного контроля. И также министр здравоохранения сказал о том, что это необходимая мера. Но интересно, друзья, почитать комментарии, которые пишут посетители этого портала. И один из них пишет, например, что 400 человек приедет, как вы будете делать каждому тест. И если у одного из 400 будет позитивный тест, что будет с оставшимися 399 туристами? Всех запрут на карантин на 14 дней. То есть как это все будет происходить, вообще непонятно. И люди очень-очень активно обсуждают эту новость, потому что эта новость касается не только туристов, но и турецких граждан, которые будут выезжать и приезжать обратно в Турцию. В общем, как это все будет происходить, непонятно. И еще одна из последних и самых актуальных новостей – это когда начнутся рейсы, внутренние и международные рейсы из Турции. Как вы знаете, турецкий перевозчик, турецкие авиалинии говорил о том, что начнется 20 мая, далее 28 мая, но теперь все перелеты перенесены на июнь, июль и август. Если говорить о внутренних рейсах, то перелеты будут совершаться, как я уже сказала, с 28 мая приблизительно. А если говорить о международных авиаперевозках, то вот в эти три месяца, июнь, июль, август, намечены полеты в 19 стран, 23 точки, в 23 города, и в неделю будет таких полетов 75 полетов. В общем, друзья, с июня месяца планируются эти перелеты. С июля месяца полеты уже планируются в 74 страны. То есть, если у нас с июня в 19 стран, с июля уже в 74 страны, а с августа в 98 стран. То есть вот такой вот у них приблизительный план по восстановлению авиасообщения между Турцией и другими странами. Ну что, дорогие друзья, вот такие вот новости. Пожалуйста, следите за официальной информацией как турецкой, так и той страны, в которой вы находитесь, потому что везде совершенно разная информация по поводу тестирования в аэропортах. Как будет выглядеть система «Все включено», об этом мы поговорим в следующем видео. Надеюсь, что я вам дала хоть какую-то приблизительную информацию по поводу чартерных перелетов и так далее. Но, опять же, все это приблизительно, поэтому точных дат никаких нет. Не потому, что я их вам не говорю и не хочу сказать, потому что их просто нет. Вы видели, что заявил самый главный, один из самых главных и крупных туроператоров Турции, Анекс Тур, президент этой компании, говорит, что мы не знаем, когда, мы не знаем, как пойдет ситуации, как разрешится все это. Поэтому что нам остается? Нам остается только ждать и смотреть и надеяться. Я надеюсь, что вам было полезно это видео. Подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте пальчики вверх и, конечно же, будьте здоровы и надеемся в скором времени увидеть вас в Алании и в Турции. Всем всего хорошего, пока-пока!